Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня и вы, и я переживаем уникальный опыт. Подкаст «Ликер» в новогоднюю ночь. Разные часовые пояса не дают мне с уверенностью сказать, какое у вас сейчас время, но нас точно объединяет одно. Этой ночью к нам пришел новый 2023 год. Для меня честь вещать вам в этот момент. Надеюсь, салаты и шампанские сегодня будут особенно вкусными. К счастью, этот выпуск получился богатым на хиты и отличные треки. Что ж, это 13-й выпуск подкаста «Ликер». У микрофона Александр Универтл, и мы начинаем. С Новым годом, друзья! Погнали! На удивление веселым. Есть, конечно, лиричные композиции, но вот прям унылости сегодня не будет. Поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть все ваши желания и мечты сбудутся, а музыка будет.
отправить мне донаты или чаевые, называйте как хотите. На обложке есть QR-код, а ссылочка в описании. В дальнейшем сделаю все поудобнее, но пока так. Буду очень благодарен за ваши донаты. Играет трек продюсера Ниченко Зорина «Romantics». Вышел в конце октября на лейбле «Discool». Названием All Night выйдет на Цельсиусе этим летом, а может даже весной. All Night. All Night сегодня мы не спим. Третий год на дворе, ребята. Чтобы вы понимали, я записываю голос максимально близко к Новому году, насколько это возможно. Поэтому поверьте, я вместе с вами сейчас пропитан этой новогодней атмосферой. А вы в комментах обязательно расскажите мне, как вам такой поворот событий вообще. Это снова Кирилл. Как вы знаете, Кириллы давно захватили мой подкаст. Снов, You The One. Трек с будущего альбома Кирилла, который выйдет на Фокусе в этом году. Как я понял, на виниле.
новая часть тоже будет, потому что подкаст вас будет сопровождать примерно до лета. Я не мог ее исключить только ради этой ночи. Но я надеюсь, что не дам вам совсем соскучать. Это снова Ниченька Зорина, Reincarnation. Вышел в декабре на лейбле DNBB. Композитора Neosphere, Soul Like a Fire. Трек вышел 4 декабря на лейбле Life History. Красивая сводка. Я не могу. Пока у вас на столе водка, у меня хорошая сводка. Надеюсь, Дед Мороз зачтет это за стишок и подарит мне что-нибудь хорошее. Замечательный коллаб. Это Мейдж и Райан Аудли с треком Return. Выйдет уже в феврале на лейбле Рене Лавайс, ни много ни мало. Лейбл Рене Лавайс, Девайс. Еще один стих, Дед Мороз, прошу обратить внимание. Poison, Oblivion, вышел трек в ноябре на Life History. Продюсер Wolfer из Москвы, зовут Алексей. K-Poison тоже из Москвы, зовут Кирилл. Еще один Кирилл, боже мой. We'll be right back.
продюсер Райан Аудли с треком «Hold Me» вышел на Kill Inc. в декабре. Привет, друзья! Меня зовут Райан Аудли. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю никогда не останавливаться на пути к своей мечте. Мейкорс с композицией You Know Why выйдет в 2023 году, то есть в этом, на лейбле Kill Inc. Точная дата пока неизвестна. Thank you.
истинный бриллиант. Боб и Subwave Hush совместно с продюсером NA и вокалисткой Solo. Трек с последнего альбома ребят, который вышел на Hospital в 2020-м. Поэтому наверняка вы его уже слышали. А если нет, то вам повезло. Снова коллаборация May Course и Elliness One Night. Трек вышел на Soul Trader в октябре. Евгений Нелвер с композицией «Flicker». Трек с эпишки Жени, которая вышла в сентябре на Liquicity. Привет, это Нелвер. Поздравляю всех с Новым годом. Как говорят, и в веселье, и в заботе. Пусть будет все на светлой ноте. Услышимся в следующем году. Сообщения в будущее. Пишите в чате, как вообще проходит ваше торжество. Хорошо ли вам? Очень зимний трек. Люблю такие. Ой, бедняги, я сегодня так много говорю, а вам же это еще долго в плеерах гонять.
пожелать вам в наступающем новом году сочных дабл-дропов. Вышел на сборнике Oz Riders 4. Вот это то, что надо, можете и потанцевать. Замес получился. Это Low Riders совместно со Smokey D, трек Hybrid Scum. Вышел 30 декабря на Deep in Jungle Records. Всем привет, люди добрые, с вами Low Riders. В новом году хочу пожелать вам самое главное здоровья, добра, только позитивного вайба по жизни. Слушайте правильную музыку. Респект.
Super Soul In Silence. Вышел на Soul Trader в октябре. С ремиксами. Напоминаю вам про возможность отблагодарить меня, оставив чаевые. Спасибо за внимание. Композиция Hometown от коллектива Capital Dogs вышел в сентябре на Life History. Загадочно. Коллаборация продюсеров Onside и Ling. Listen Me. Работа вышла в октябре на лейбле Life History. We'll be right back.
подморозило. Снова Боб и Subwave, Дипноид. Трек с альбома, ребят. Потихонечку летим в другое измерение, но это еще не апогей. Ха-ха, он сказал где? Это Берт MX с треком Misery, Dub Plate. Полноценно вернуть космическую часть. Благо были на это работы. И это одна из них. Композиторы Greek Boy и Sonic Art. Вот тут я сейчас устану говорить Айедхерсфере, короче. Вышел в апреле на Omni Music. Вмешался Стас Мейкорс с треком 166.5 FM. Вышел на Фокусе в июле 2022 года. We'll be right back.
терпите, не улетайте в другое измерение под эту часть. А то сейчас лишняя рюмка и полетели. Дальше снова веселее. О, да. Это трушно, друзья мои. Айдишка от Пархелии выйдет в будущем на лейбле Cosmos Music. Привет, это Тима Пархелия. Поздравляю вас с Новым годом и желаю в новом году точно знать, чего вы хотите. А мы, напоминаю, на Земле. Сегодня случился Новый год. Поздравляю вас. Расскажите мне, пришлось ли вам принудить близких слушать подкаст в новогоднюю ночь? Снова играет трек продюсера Bert MX, Neo Fly, вышел на Union Music. Довольно резко. Поднимайте свои лица из салатов, так вам и надо. Это Иллария, Spin Steel Infinity. Выйдет в начале февраля на Килинг на эпишке Николая. Привет, привет. На связи Лэри. Всех с Новым годом, друзья. Любите друг друга и будьте счастливы. Это самое главное. Коля рассказывал, что пока он писал этот трек, его дочь все время крутилась под него. И оттуда и название.
Ник Зигзаг и Войт Тек «Moonflight». Вышел в сентябре на лейбле Off World в составе Transmission 9. Всем привет, это Ник Зигзаг. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю осуществления всего задуманного в 2023 году. Peace. History. I'm not.
узнавать по мотивам. Это даплейт от Ниченко Зорина. В выпуске я уже играл несколько работ с него, да и черт бы с ним. Всем привет, с вами Миша Фроспер. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы этот год стал началом чего-то нового и прекрасного в вашей жизни.
me say, number one. Давай. We are the dog. Так без говорит. We are the dog. We are the dog. Transmission 9.
продолжает звучать Евгений Нелвер, только уже без зигзагов. Трек Жени Бетельгейзе. Привет, дамы и господа, это Антон Тедди Киллерс, и в новом году я вам желаю быть здоровыми, счастливыми, и чтобы хорошая музыка приносила вам море положительных эмоций. Альбома Кирилла на фокусе. Oh,
Armor Breeze от Chill Homers и Rick. Трек записан совместно с барабанщиком московской группы Terpsi Core. Так вот, Кирилл Рик, мультиинструменталист, играет на барабанах, гитаре и флейте. И в этом треке барабаны и гитара записаны живьем на базе у ребят. Круто, респект! Потрясающая работа от Димы Пархели, Late Night Rain. Трек вышел, это селф-релиз. Вышел он в составе альбома Архив 2. Чекайте Димины соцсети. Или что там у него, Bandcamp. System и Maycors. Untitled, так называется. Вышел на Фокусе в ноябре 2022. Снова снов City Rhythm.
Трек с будущего альбома Кирилла. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, а точнее уже с Новым годом. Любви, счастья, здоровья, удачи. Это красиво. Вступил Мелвер с треком Line Movement. Трек с Liquicity. Куда-то в низину снова. Это Майлки, Gravitation. Вышел в ноябре на лейбле Life History. Я уже эту фразу на лейбле Life History как отче наш знаю. Даже лучше. Это Xorgan, Life History. Всех с Новым годом, друзья. Пусть музыка оставит след в ваших сердцах навсегда.
под названием «Love Comes to Find You» от продюсеров Кендву и Райан Аудли. Даплейт. Кстати, ребята подумывают объединиться в проект. Возможно, трек выйдет уже на совместном релизе. Зигзаг, Amber Lights. Вышел трек в июне синглом на лейбле 174. Еще не хотите? Взбодрим. Future совместно с доктор THC, видимо. Трек под названием Wales. Будущий виниловый релиз лейбла Paper Funk. Всем привет, это Паша Paperclip. Приветствую всех, кто слушает Ликер подкаст. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего хорошего в следующем году. Любовь, драм энд бейс, техстеп. Уф! Под конец дам вам жару. We'll be right back.
Love, Subminders, Malmstrom с треком Fancy. И это ремикс от Mage. Выйдет на High Resistance, даты релиза пока нет. Надеюсь, вы все еще в адекватном состоянии и получили истинное удовольствие от этого выпуска. Это даплейт от Иларии, Like You. Close your eyes, only God one night. Just put your trust in me.
уже без меня. Это последний трек нашего выпуска. Играет Bob и Subwave Runaway совместно с вокалисткой Карина Реймедж. Трек вышел на Hospital в альбоме «Ребят». Мы заканчиваем. Сегодня новогодние пожелания как никогда актуальны, особенно тем преданным слушателям, кто посвятил подкасту эти полтора часа в такой торжественный праздник. Спасибо вам большое. Практически невозможно быть не банальным с новогодними поздравлениями. Да я и не буду пытаться, ведь по сути мы нуждаемся в действительно банальных на первый взгляд вещах. В любви, в крепком здоровье, в близких и преданных друзьях. В свою очередь, в новом году ведите себя хорошо. Будьте этими хорошими друзьями, дарите любовь окружающим и берегите себя. Будьте добры и счастливы. С новым 2023 годом, друзья! С вами был Невертл. Пока-пока! Играет трек продюсер Стас. Вышел 30 декабря на Deep and... Вышел 30 декабря на Deep and Jungle. Вышел 30 декабря на Deep and Jungle. В этом выпуске у меня полноценно получилось восстановить космический. Это продюсер Дмитрий из Санкт-Петербурга. Саптл. Все равно. То есть с кем не люблю я давно. Завершено. Это знал бы я слова. Трек с упомянутой ли. С барабанщиком московской группы Терпис. С барабанщиком московской группы Терпи. Терписик. Что? City Run. Что? Снова. City Rhythm. Зачем ты это сделал? Под конец там вам жари. Какой еще жари? Все завершено.